Так, ну, я зашла сейчас только, включу эту штуку. Подскину. Алексей. Так, кинешь пати? Я уже кинул. А еще раз. Да, Пришло? F1, подожди. прожимаю. Оно пришло. Вон. Где вообще? Ну ты там, где мы вчера выходили. Что-то Алекс кусает. Тебя? Хотят напасть, что ли? Странные какие-то. У них же бой с гильеркой. Не голодные? Че, заходим на чем-нибудь или просто Здорово. сидим? Мы наши на дилках зашли. Тут два рекса. А, ну все. Минут. Чё? Да блин, как всегда, с матерью начинаешь, вроде быстро-быстро. Прогрузка. По Да. телефону говорить. Так. Твои 10 минут как жидовская почакай. Да. Саш, на меня беги там, разве тихо было. Угу. Я уже трех лазавриков убил. Ну ты жадина. В смысле, ты мог сказать, подождите 10 минут, там человек по телефону пиздит. Ага, я им То, что мы говорил, с вами не только ешьте зашли. меня, не ешьте. Не, на Сабрексе. Я зашел сразу на А. это, на Джувике Акро, да? Ну, думаю, солью. Что-то тупанул. Я думал, они нападать не будут. Надо было мне долбнуться. А чё, а это? На дилках, да? Ага. Угу. Напали лазаврики, короче, убили меня, Джун. Я зашел на Сабрексике. Думаю, ну вдруг дебилы нападут. Напали. Ну, их уже трое, так они, знаешь, было двое, стало Все трое. равно дебилы. Я Ну. видела, как один Сабрекс не очень опытный слил четырех аликов. Так нас сливали, у нас было 7 алозавров, а один Рексик троих четверых забрал, а потом мы уже его добили. Че, Федя молчит? Он что-то ищет калибровку новую. Сейчас найдет и А-а-а. подойдет. И потом, главное, Я пришла попал. Ютка и пыталась меня убить. Джурик. Ну, видимо, кто-то Джувик? из мертвецов этих, да. Забавно. Ага. Сейчас мелкий карлыч тут крутится возле трупика. Карныч, это вкусно. Да, он жух. Короче, тапок у нас от звонка до звонка, да? День поиграет, следующий косячит, несколько дней это. Отдыхает. Ой, вот еще джинник. Шикарно, да? А, это Гипси, как раз это и нападало. Какая гипси? Гипси Кинг Цекио. А, ник? Ага. То есть же этот Динас гипси. Гипси. Чё, Дилки, кидайте он мне что пати. хочет от нас? Пати, пати мне, Сейчас пати. кину, сейчас кину, сейчас кину. Ага. Кинула. Где вы там? Ага. А, я лежу. Мать вашу, как не зайду ночь. Надоело уже. Где он? Так, я не знаю, где-то бежал, наверное. Отошел, что ли? Тимки-винки.
Гипси. Чего? Тикток деградирует человека. У нас одна девочка сидит на работе, вечно тикток слушает всякую, боже, какофонию. Говорю, книжку бы хоть какую-нибудь прочла. Это знаешь из разряда Simple Dimple круче. Да, да, да. Поэт круче. Пойдем врачи грызть. Пошли, где? А они адолты или джувы? Или адолты. Ну, втроем двух адолты. Ну, будем крутить аккуратненько. Ну, помру, значит, закончится. Ну, я, скорее всего, помру. Мне надоело последней живой оставаться. Так, подожди, во сколько я умер? Мне, по идее, здесь нельзя находиться. Зря понюхала. Они там его построят на нашем месте с гнездом. Там один странник, еще кто-то. А вон я их вижу, кажется. Или это трупы? А, нет, вон не, да. Это что за тело я вижу вдалеке? Или мне кажется? Рекс, наверное. А, это трупы валяются. Точно? Да. Гига? Я поела. Так там же шалозавры были, что не ела? Ну вот она к нему так, бежит. Так я слепошара как рот. Я ночным увидела, что тело и все. А что это они так красиво втроем в одном месте? Это я ж их убил на собрафике. Братская могила? Да. И настырные. Могли бы уже догадаться, что им надо сваливать, а они взяли и все равно пытались убить его. Жадная жопа. Ну. Еще лежит, лапка дергает. Все наелось. Еще 2 минуты. Погуляем пока. Стамину похилим. Но они чуть левее построек, если на постройки смотреть. Я вообще не знаю, где я нахожусь. Слева. Вроде водичка рядом. А, да, ладно. Ну, мы вот со стороны, если мы построить, смотри, слева от острова идем. Справа. Слева. От построек. А, вот построек. Угу. Всегда ориентируйся по сторонам от построек. Ладно. От построек это как? Если ты смотришь на постройки? Спиной. Не, не, жопой к постройкам. Спиной, спиной. Если спиной, жопа, да, к постройкам слева, да? А ты меня запутал. Ну да. Слева от острова получается, если попой к постройкам. А мы сейчас попы к постройкам? Мы лицом. Нет. Сейчас. Да блин! Вот, вот постройки, вот они. Вот. А, вот вижу постройки, да. Чего, теперь поняла? Ну, получается, сейчас слева, да, близнец второй. Ой, блядь, страшно. Не выходи. Ой-ой-ой-ой. Так страшно. Зашел Хейчо. Если Сауи. Ну, вторая где-то гига. Да какие мы смелые, если мы сейчас опять на Рексах зайдем, обосретесь же. Че, зайдем? На Рексах? Нас надо побольше же, не? Да-да-да, побольше. Че побольше? Три Рекса? Нас побольше. А, у тебя Саша этот, да, Джух? У меня фулл сап. Сап. Ой, пусть у него фулл сап будет, он полезен. Моль, пока там свои настройки эти проковыряй. Ну, что-то пытается. Ходит и выходит, да? Да, замечательно. Кип, дипси. Видимо, зашло тебе, зашло. Да, блин, ничего оно мне не зашло. Оно меня
Несет, блядь. Ну, пойдет все, значит, за сюда. Так, вроде бы по таймеру 20 минут прошло. Ну, пошли. А если ночное? Ночное, а калибровку? Ни хрена не видно. Я с калибровкой 50 на 50 вижу. Я на дилке только ночным смотрю. Пока что никого не вижу. За постройкой. Ага. Ой, вот меня эти помехи постоянно пугают, я прям не могу. Гига рычит, как будто, знаешь, это, блюет над унитазом. Не, в туалете какая-то. Тужится. Вон на горе, вон на горе, на горе, на горе, на горе. Кто на горе? Гига. Вижу, там на горе. Не вижу, ты ничего. Я ничего не вижу. Я с ночным, поэтому. Я тоже. Вот, с горы спускаются. Параллельно нам. Попробовать обычную калибровку включить. Их две. Ой, страшно, страшно. Их две, их две. Ни хрена не вижу. Шестой калибровка, шестой. А, рексы, походу, свалили, да? Тут же свалялись. А чё, рексам страшно, что ли, или чё? Видимо, да. Кости. Ну их двое, они так по на горе ходят. А чё, Тиса все вышла с отпуска? Видимо, да. Что ты орёшь, мы симпатичные. Симпатичные причины. Минский. Ау. И мне название вот этих двух стришей, да, ну этих две функции, которые мы добавляли. Или скажи название. А, вот прям перед нами спина. Они были осторожны. Прям перед нами спина. Чё, кто, где? Спина прям перед нами. Вот, я туда смотрю. Во. Да, кушает что-то. Ну, он весь красный. Там на МПЛ позаходили. А Гиги на первый близнец ушли. А, в ту сторону. Голодный спиноч. А, нет, Гиги возвращается. Ой, у него экран третий. Если не четыре. Угу, он вообще красный. Ну они на горе там ходят, им вообще-то по кайфу. Молчит, значит вражина. Вражина. Ну что там с названиями? Я надо отойти пока. Тут спиноч ползает, бегусь рядом. В лесу. На Рексов зайти. Можно. Только что мы вдвоем сделаем с одним. Ой, собой. Вот кто-то ходит очень близко к зданию слева. Ну втроем сейчас уже Смоль зайдет, сейчас название не скажу. Моль пока не сделает, не зайдет. А, это Рекси, кстати, вроде. Ага, это Рекси вывернулся. Саб? Нет, Адолт. Нет, фул. Который отбуковал тут на меня. Давай его съедим. Там Гиги недалеко. Адаптив тон и маппер. Боль. Да, сейчас. Там где-то второй раз. Я не вижу. Там пока. Гиги на горе недалеко. Будет, он, надо вот он прям на Гиг идет, кстати. Ну и сейчас либо даже Рекса, либо Гиг. Да, вон Гига. Или это камень, я не понимаю.
Пока что я Введи в гик не вижу. поисковике, более он там тебе найдет. Я вижу Рекса. Нашел? Да, нихуя я не нашел. Я понял, просто и то ли не там ищу, то ли там настраиваю, не знаю. Сейчас я разбираюсь, там, короче. И там еще в конце... Типа, они в конце, либо лежат где-то, либо они все-таки ушли. Ладно, я понял, все хорошо. Они прям вот здесь были, где мы идем. В скобочках. Это еще вон это бегает мелочь. Это самый такой, который яркий. Я понял, хорошо. Вот там, пока развлекайтесь все. Подойдет скоро. Ты надолго уйдешь? Блин, вот моль. Короче, не похоже мне на Рекса. Вот он. Мы будем его кусать, не? Будем. Ой, еще один! Рекс, быстро уходим! Вниз, 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 вниз! Вниз! А, точно, блин, я его сразу не сразу. Вниз, говорю! Куда ты на Рекса побежал, если я говорю вниз? Да я понял, когда его заметил. Он-то меня не заметил. План капкан. Чё, там еще один был? А они, походу, снились. Он там труп какой-то лежит. Они, походу... Ой, чей-то труп. Вот труп, они, смотри, походу, это Рекс. Их убивали. Он, кстати, гиги пропали куда-то. Вон одна мертвая лежит. Вот один лег. Чё, нападаю? О, давай, бегу к тебе, давай. Он, видать, текет. Он видит, видимо. А он текет? Я хер его знает, не вижу. Да, вон кто-то в деревья мертвая, заходит. Значит, с гигами они дрались. Вон кто-то в деревья заходит. Трекс? А он мертвый, нет? А, нет. А где он лежит, я не вижу. Он встал, а, вот он ползает на картах. Перед... Ира, Саша, ты куда бежишь? Трекс перед тобой, я его не чё? Вижу, я его не вижу. Ну так... А где тот, который... А вот увидела, я увидела. Второй где-то с другой стороны. Минск, он за тобой. За тобой. А который текет? Не знаю. Укусил этого. Который течет. Уже точно течет. Вот этот ложился, который у меня на спринте. То, наверное, течет больше. Так, Саша, в сторону, в разные стороны, не крутимся в одном месте. Он на меня смотрит, он мой. А щита не забрали. Близко осторожно. Не подпускай. Со спринта он очень быстро, да, бежит. Да, да, да. Без спринта не бегай, ты чё? Отбегай дальше. Беги, беги. Ир, ой, Саш, ты чё? Бежать? Чё? Конечно, я не ты так близко снялась со спринта, он тебя догонит, как пять спринта пальцев. Спринта он догонит. Если сходишь со спринта, то отбегай дальше. Ладно. Иначе он, если бы он стартанул, всё, хода, убил. Он к воде ползет. Ну, он отходит, да. Вот этого со спины можно, Марго, подкрасться. Я крадусь. Я тоже. Он не видит нас. Он за Минском. Ой, еще третий. А где? Вон у воды был. От воды пришел. Лол. Я кусаю ладно. Белого нон-стопом. Ну ладно, кусай. Сколько надо Рекса укусить, чтобы фулл блит был? Да раз 5. Ой, я раз 20. Он его был? Очень сильно много написал. Не знаю, я кусан, не реагирует. Перестала. Он просто стоит. Может байтит, лучше отойти. Я отошла. Блин, да, нифига себе, она накусала так-то для байта. Его, видать, выкинуло. Может быть. А, нет, он байтил. Он очнулся. Может, по нему не прошло все это? Прошло, прошло. Нет, капельки прошло. Одни. Я ему капель 3 поставила. Что-то он странный какой. Идет спокойно к своему. Может, кашел. Он шел, я долго за ним кралась. Нет, он на месте. Понял, я имею в виду, может, отошел, подумал, что тут типа... А, ну его проблемы, че. Чтоб того накусать. Ну, их трое, видишь? Там три Рекса на 3. Поиграем в стритбол. 3 на 3. 3 на 3. Он решил пожрать.
И ему хера не там, он Да ему классно вообще, мне ему кажется. видать очень хорошо. У меня стамины почти нету. Хиль. На остров, скорее всего, поплывет. Так там спина. Да, там Спина, спина может, на уже острове. вышел, он скоцанный. Блин. Он жрет, сука. Я видео снимаю, хорош ругаться. Это чисто литературное слово. Да, к воде отходит, а этот батик. Что-то он какой-то уверенный. У меня он смущает его Он уверенность сильно. странный. Ага, он один лег. А Может, кто-то эти на в ту воде, сторону. да, Может, кто-то можно на ту на этого, в сторону. принципе, побычить. Надо один, кто-то. Вон этот идет. С Чё, той Марго, стороны встаньте, стой? кто? Чтобы С байтить какой их. стороны? Ну вон. А, угу. Вот от воды. На! Тутаю. За ляжку. Блин, светать начинает. Они так близко друг к другу. Не ведись на это. А, уже светло, точно, блин, а Да, ясности уже очень ночной. светло, они нас видят. Уже ночной охотник не прокатит. А чё белый такой уверенный один? Пошлите его сожрем. Он на вас сейчас поплывет, видимо. Можно забайтить, чтобы они друг друга укусили. Просто сквозь пробежать. Да, Я он сейчас. сейчас на остров поплывет. Да, поплыл. Марго, ну куда ты побежала? Ты мне тут нужна. Брось ты его, я там ничего не Я сделаю. хотела его за жопку сладкую покусать. Иду. Сейчас эти тут. Вот как раз он вариант сзади побежать в них в обоих. И на куст Они не как раз стоят. на нас Вот что фокусированы. они не ко мне жопой стоят? Просто. Я Рексы иду. у нас. М? Рексы. На Кого на острове чем? сильно наблюдованный Рекс, а мы на дилках. Можешь зайти на спину без того, кто на острове. Да. Давай зайду. Там Там темно, белый светло. Рекс. Уже светло. Светло Там уже. светло светает. А то они хитрожопые взяли и уплыл один на остров. Короче, Марго, один давай, вот лежит. один лежит. Возьми, стартани, чтобы он либо Я встал. далековато. Ну так Дерните. стартани и назад повернись, если что. Ой, и назад Кто на повернись. Рекса хоть? Че, Не в Рекс? курсе. Кто на Рекса? А хер его знает. Ах, хер Половые? его знает, я не Рексы могу. половые? Да. Да. Белый с фул бледом от меня. Хорошо. Отлично. А этому Он еще плотненько раз лег. ложится. Ой, херовенько ему. Ага. И где они? Один Белый двое. прям на острове, Где двое у нас. конкретно? Ближе к Ближе нашему к месту. постройкам. Подождите, нам надо лечь. Нахера? А, блин, Чтоб точно. спина мог. А Ложимся этот не все. ляжет. А, ну может сейчас мы ляжем, а он ляжет. Ну вы молодцы. Что надо? Забуду точно. И чё? Марго, ну ложись, Саш. Я отошла подальше, легла. Я тоже подальше отхожу. Они меня сейчас спали, отложитесь, чтобы они видели, что вы легли. Короче, не получится. Ну, Я лежу. Выходи, заходи на вилку. Ну, сейчас этот отхилится, все, погнали. Моль, перезаходи. Давай. Ты можешь разве что походить, попугать его, чтобы он, может, переплыл, но вряд ли это получится. Потому что третья сторона получится, точно я забыл. Если бы этот на картах лег. Марго, давай ближе. Иду. Херовенько белому, я его раз 20 укусила. Но он на Я вообще покусала его, ему покатило, мне кажется. Я думала, что он меня байкнет. Стоит наяривает. Дерни на себя, Минский. Он А он устал. встал, встал. Все, хорошо. На спринте. Ладненько. Они на нашем Встал. месте, не на острове. На нашем, один на на нашем. острове. У них же мало стамины, да? А теперь пять Да, минут буду если... перезаходить. Вот Вот это сейчас вот, отошел. четвертый, походу. Ага. А куда же вы, мои хорошие? Лег, отлично. Поменяли место. Угу. Ладно. Херовенько Отлично. с той стороны дилка-то.
Но у него уже экраны вижу. Ну. Второй точно. И к тому же Дилка херово плавает. Как сейчас на самой мелкой воде пробежать и все. А там она плывет все равно чуть-чуть. Ну и что? Я к тебе в Минске Я сдвигаться буду сейчас, если тогда. что, войду, сейчас попробую, встану в него и начну накусывать, если этот. Не надо спешить. И он лежит, он отхилится. Они так синхронно голову поворачивают. Вон, я вот тут, если что, по мелкой воде пробегу. Отлично. Беги, 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 беги. За тобой не пошел, он лег обратно. Блит обновил, считай. Он не бегает, у него, скорее всего, который на картах, чуть-чуть стамины, и он ее копит. Второго бы чуть-чуть накусать, конечно. Я сейчас попробую как-нибудь. Я могу Главное, просто чтобы он... прибежать к них. Не надо. В смысле, просто тут надо подгадать, чтобы они не Игра отвернулись в другую на сторону. дилки — это игра на терпеливость. Ага. Понял. Мы играем бледом. Это типа Вот гига. сейчас он точно кусать не будет. Он стоит в своем тиммейте. Но он может подгадать. А не видишь голову по-разному верть? Херово, видишь, с твоей стороны Марго, а не Ой, у скаканешь. него экран третий, четвертый, слушай. С твоей стороны я имею в виду, не залезть. С моей, да. Ну, я и буду, если он за вами побежит, я же все равно дернуться Ну, могу. ты можешь Мы просто жмем. дернуться чисто байтить их, чтобы он башку поворачивал. Отлично, отлично, отлично. Найс. Плыви, плыви, плыви! Плыви! А, он со спринтом.